we go. Украинский карнавал сегодня будет состояться из 4 частей. Здесь будет и венецианский карнавал, и бразильская феерия, а также венский бал. Все приглашенные сюда готовятся танцевать, но кроме концертов и кроме танцев, сегодня здесь будет еще и собирать деньги для неимущих. Здесь будут аукцион и лотерея. Пять шайб в нашей команде забил Виктор Яшин и по две Дмитрий Ионкин, Василий Шарабарин и Василий Менчиков. В розыгрыше концерна «Кузнецк Уголь» наша команда занимает пока третье место. Следующую игру «Вымпел» проведет на выезде в Новокузнецке со сборной «Шахты Кушаяковская». Убивала бы, блядь. Виктор Шарабарин. В первую очередь символический характер, во вторую очередь вполне возможно преследуются определенные конкретные цели. Фу, пиздец. Мы на прямой связи с нами Юрий Каганович. Здравствуйте, Юра. Юра? Да, да, да. Politiekorpsen van 10 Europese landen hebben een grote mensensmokkelbende opgerold. 75 bendeleden zijn opgepakt, waaronder 3 in Nederland. De groep opereerde vanuit Irak en bracht Irakese Koerden zonder officiële papieren naar Europa. Het onderzoek begon 2 jaar geleden in Frankrijk en groeide uit tot een Europees onderzoek met de codenaam Operatie Baghdad. 6 российских теннисисток победой стартовали на одном из самых престижных и крупных турниров в Уимблдоне. Напомню, что он входит в серию так называемого «Большого шлема». Его призовой фонд в этом году составляет почти 12... Полицейские Казаларды взялись за водителей. В области прошел 10-дневный рейд «Безопасная дорога», за время которого выявлено множество нарушителей. Любопытно, что во время этого митинга в соседнем Останкинском пруду спокойно плавали лодки с отдыхающими, шли поезда по дороге, которая расположена в 5 метрах над землей, и все слушали выступающих ораторов, самые горячие из которых предлагали отправить с их точки зрения неугодных телеведущих на Марс. Вот так прошел этот митинг, Татьяна. Да нет, милый, я не обижаюсь, не переживай. Я не обижаюсь. В Москве 23 часа. Вы смотрите российский информационный канал «Вести», в студии Михаил Зеленский. Здравствуйте. В Севастополе торжественно отметили 225-летие Черноморского флота России. Несколько минут назад праздник завершило лазерное шоу, и сейчас над городом праздничный салют. Последний уже выход. În tribune i-am văzut suporterii celor două galerii au intrat cu torțe, dar nu s-au aruncat cu ele înspre teren sau înspre... sau cele două galerii n-au aruncat... Сейчас мы возвращаемся к футбольной теме. Нам удалось установить связь с британским Манчестером. Там работает наш корреспондент Рада Зиналова. И сейчас мы узнаем, какие же настроения царят в Манчестере непосредственно перед началом футбольного матча. И Рада, пожалуйста, мы ждем. Боря, дай микрофон. Нахрена вам микрофон? Ирада, мы ждем вас. Ну,
это прямой эфир, могут быть любые неожиданности. Мы приносим извинения нашим зрителям за то, что нам не удалось поговорить с нашим корреспондентом и рады. Мы хавада дурдум, шахиддери вар. Хавада нас мезра, шей автобусине гидёдук, Кайсери гидёдук. Bana bir hal geldi, bana anladım. Adı ne arkadaş? Bunda şahit var. Beyefendi, şimdi bakın hiç hani demiş ya, ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Allah! Allah! Evet. Evet. Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Bunu... Buyurun. Bunu alın dışarıya. Evet. Alalım. Alalım sizi dışarıya. Şöyle. Sizi dışarı alalım. Tarık'cığım gel canım. Ömer Bey alayım sizi de böyle. Evet bu açık yani. Bunda hiç tartışılacak bir taraf yok. Bu bir şovdur. Şimdi ben... ve görüyorsunuz ki olay bir idea hani öyle mi? Inmates are getting prepared for the outside world. You'll be surprised by what they're doing. Also, how will the new community outreach center in downtown Panama City benefit you? We'll check it out. And News Channel 7's Daryl Mail is headed to Wausau for the annual Possum Festival. There's no telling what will happen for you tonight. News stories plus sports and more coming up at 6. Hope to see you then. See you in the background.